Взрослый мужчина, ты что, правда считаешь, что я всю жизнь буду вытирать сопли перезревшей девушки и выслушивать ее бесконечные истории о чудовищном, бесчеловечном отце? Или ты думаешь, что только женщины мечтают себе в партнеры сильную, состоявшуюся личность, а мужики бегают в поисках ничтожества, которое всю свою жизнь выносило горшки за своим папашей? Ты так думала? А? То, что ты сейчас испытываешь... Называется очень просто. Инфантильный эгоизм. Но ты же считаешь себя подарком. Ты считаешь себя звездой пленительного счастья. Поэтому ты не паришься с депиляцией зоны бикини. А во время секса просто лежишь на спине. Ты правда веришь, что достаточно, что ты просто согласилась туда лечь. И только от этого одного я почему-то должен сгорать от желания.